14 медалей завоевали югорские параспортсмены на первенстве России по легкой атлетике. В Чебоксарах прошли соревнования для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. За медали боролись более сотни легкоатлетов из 60 регионов страны. Сильнейших выявляли в толкании ядра, в беге, прыжках в длину, метании копья и диска. На первенстве выступало 6 югорчан, которые завоевали 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.